друзья! Я рад приветствовать вас на канале Капитан Герман. И сегодня у нас небольшой, но очень важный ролик. Как вы уже знаете, нас 50 тысяч. 50 тысяч людей, интересующихся морем. В связи с этим мы решили сделать небольшой розыгрыш. И среди самых социально активных наших подписчиков мы будем разыгрывать призы. У нас будет 3 вопроса и 3 приза. Обязательным условием для розыгрыша является то, что человек, который получает приз, он должен быть на нас подписан. Итак, призом за первый конкурс будет являться вот такое поло, как одето сейчас на мне, с нашим логотипом. На обратной стороне волны и еще один наш логотип. Итак, что нужно сделать? Как вы уже знаете, у нас открывается яхтенная школа. И те, кто придумает самый крутой, самый прикольный, самый классный слоган для нашей школы, получит вот такую футболку, которая есть, как в этом фильме, у меня и у Майкла Джексона. Такие футболки пока на данный момент есть только у нас. И мы хотим, чтобы эта футболка была у человека, который внесет в нашу жизнь и в наше дальнейшее развитие какой-то свой вклад. Конкурс номер 2. Как вы знаете, в яхтенной среде люди не прочь провести хорошо время под хороший диалог, под хороший анекдот. Давайте. Анекдот на околоморскую тему. Яхтенный, корабельный, пляжный, неважно. Должно быть какая-то связь с морем. За этот конкурс у нас приз. Ром 07. На секундочку. Ром с Мартиники. Это карибский настоящий ром, который нам здесь очень понравился. И этот ром уедет к тому человеку, чей анекдот для нас будет самый смешной. И третий конкурс, он более для тех, кто долго нас смотрит, уже знает нашу лодку, знают наши условия, в которых мы ходим. Какая максимальная скорость была развита на этой лодке на Океанисе 45? Подсказка. Это было в самом начале, когда лодка была еще пустая, и мы проводили свои нагрузочные испытания. За третий конкурс мы разыграем наш флаг. Вот так. Драненький. Драненький флаг. Такой красивый. Драненький. С попугаем. На нем будут наши росписи. Вы можете его повесить у себя и там дома. Дома, на стену. Да, Дина напишет пожелание. Сережа. И я напишу тоже пожелание. Короче, вот такой вот флаг красивый с попугаем. Флаг Доминики. И он уедет тому человеку, который скажет, с какой максимальной скоростью эта лодка ходила. И вот, 3 конкурса, 3 приза. Результаты мы будем озвучивать через неделю. Мы сделаем коротенькое видео с результатами. И призы на следующей неделе уедут к победителям. Погнали! Вы знаете, что мы запускаем яхтенную школу. И нам нужно приготовить видеоматериалы под полный курс. В связи с этим мы ищем видеооператора и видеомонтажера, который может сделать очень крутые видео, такие, как делает, например, Red Bull. Ну, мне так нравится, во всяком случае. Для реализации проекта нужно будет, чтобы человек смог по нашему сценарию и подготовленному сториборду отснять все, что нужно для создания этого видео. Это возможно будет съемки дроном, съемки на лодке, съемки с тузика, с берега, под водой. Это все зависит от того, как человек видит реализацию данного проекта. С нашей стороны, что мы предлагаем? 2 недели провести на нашей лодке, находясь в этих прекрасных райских карибских островах. Это будет отдых. Это будет яхтинг, и если нужно, мы можем провести обучение яхтингу. Вы можете быть не один, вы можете приехать со своей девушкой, можете приехать со своим другом. Данное предложение действует для 2 человек. От вас мы ждем референс ваших работ, их можно нам отправить в удобном виде, это будет Telegram, Facebook, что угодно. Все контакты будут описаны ниже под видео, под ссылочкой на требования к кандидату.